Сегодня, 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, мы проводим нашу акцию «Возвращение имен». Мы будем сегодня читать имена расстрелянных москвичей. Только фамилия, имя, профессия, дата рождения и дата расстрела. Аверьянов Федор Михайлович, 52 года, чернорабочий кирпичного завода имени Войкова, расстрелян 9 декабря 1937 года. Никитин Александр Владимирович, 29 лет, счетовод обувной артели, расстрелян 21 ноября 1937 года. Вечная память. Жарве Борис Петрович, 55 лет, профессор, начальник научно-исследовательского бюро Судертранса, расстрелян 27 мая 1930 года. Балабин Филипп Иванович, 57 лет, научный сотрудник Всесоюзного арктического института, расстрелян 14 июня 1938 года. Бабенко Анатолий Иванович, 43 года, бухгалтер третьей конторы Треста уличной очистки Моссовета, расстрелян 4 июля 1938 года. Розенплат Фальк Борисович, 46 лет, управляющий московским трамвайным трестом, расстрелян 1 ноября 1937 года. Барановский Виталий Рафаилович, 42 года, управляющий московским отделением объединения государственных книжно-журнальных издательств, расстрелян 28 августа 1938 года. Балабин Филипп Иванович, 57 лет, научный сотрудник Всесоюзного арктического института, расстрелян 14 июня 1938 года. Есимов Тимофей Николаевич, 40 лет, помощник директора Щелковского химического завода, расстрелян 9 сентября 1937 года. Вольфганг Лев Наумович, 32 года, начальник электромеханической службы московского метрополитена, расстрелян 31 октября 1937 года. Беляков Николай Геннадьевич, 41 год, заведующий фруктовым отделом гастронома номер 1, расстрелян 31 мая. Авинариус Владимир Борисович, 22 года, студент Московского государственного педагогического института иностранных языков, расстрелян 29 декабря. Свеколкина Анна Ивановна, 46 лет, медсестра на газовом заводе, расстреляна 11 марта 1942 года. Полилов Михаил Сергеевич, 60 лет, приемщик постельных принадлежностей санпропускника дезинфекционного бюро номер 8. Расстрелян 14 октября 1900. Габасов Хай Мардашевич, 27 лет, ответственный редактор технического журнала «Техника массам». Расстрелян 21 августа 1933 года. Андрей Иванович, 32 года, художник-педагог из-за студии городского дома пионеров, расстрелян 4 декабря 1937 Александров года. Александров Егор Максимович, 70 лет, пенсионер, на момент ареста не работал, расстрелян 10 марта 1938 года. Елагин Семен Григорьевич, 72 года, священник церкви села Акимо-Ильинское, расстрелян 13 октября 1937 года. Борисов Семен Андреевич, 34 года, счетовод колхоза «Вторая пятилетка», расстрелян 30 августа 1937 года. Михайлов Иван Михайлович, 68 лет, истопник фабрики «Культспорт» в деревне Лихоборы. Нодель Вульф Абрамович, 41 год, редактор газеты «Советская торговля», расстрелян 2 апреля 1938 года. 43 года, слесарь завода имени Кагановича, расстрелян 2 января 1938 года. Александр Матвеевич, 25 лет, канцелярский служащий ГПУ, расстрелян 20 февраля 1924 года. Лавров Александр Данилович, 39 лет, заместитель управляющего фабрикой
Госзнак. Новиков Семен Константинович, 46 лет. Инженер в паровозной службе управления железной дороги имени Дзержинского. Расстрелян 1 ноября 1937 года. Лукич, 41 год. Инюшин Иван Иванович, 40 лет. Священник Ишим православной церкви. Троф Григорий Петрович, 65 лет. Кассир, нарком тяжпромечная память. Пенсионер. Не работал. Расстрелян 30 августа 1937 года. В моей семье не было расстрелянных. Мои деды были по другую сторону. Я стою здесь. Нацин Георгий Атамович, 72 года. Директор Института микробиологии АНССР. Заслуженный деятель науки. Расстрелян 15 апреля 1939 года. Назаров Афанасий Лазаревич. 42 года. Механик транспортной конторы. Расстрелян 28 июля 1941 года. Легуан Станислав Феликсович, 48 лет, мастер техоборонного завода номер 39. Михальский Вадим Иванович, 49 лет, старший консультант по планированию группы Крайнего Севера Союза. Расстрелян 15 апреля 1939 года. Михеев Агафон Конторы железной дороги. Расстрелян 40 лет, рабочий на автозаводе имени Сталина. 58 лет. Преподаватель учебного комбината и фабрика «Ленинск». Расстрелян 28 лет.